День памяти Динмухамеда Кунаева. Со дня смерти политического и общественного деятеля прошло 24 года. Сотни алматинцев сегодня возложили цветы к памятнику политика. Вспоминали Кунаева и в Алматинской области. Здесь организовали фотовыставку с редкими кадрами из жизни Димаша Ахмедовича. Димаш Ахмедович вообще был очень семейный человек. Он любил семейные встречи, семейные застолья. Было неукоснительное правило постоянно встречаться у отца. В конце недели, уж по праздникам-то обязательно. Он был очень внимательным. Из любой поездки он привозил всем, буквально всем, небольшие сувениры на память. И помнил дни рождения наши. Он интересовался нашими предпочтениями.